зима пришла к нам опять, пробки сразу появились в субботу в 9 вечера. Класс. Но на улице прикольная погода, опять снежок. Я так соскучилась по снежку. Еще февраль, еще можно. Вот в марте вообще не прикольно. Но при этом достаточно тепло. Вот. Настроение улучшается сразу. Хотя у меня и так сегодня хорошее настроение. Хотя я этот день ждала. Потом немножко, ну не то что испортилось, были некие расстройства. Потом вроде как все обломалось. А сейчас опять вроде все налаживается. Вот. Поэтому еду сейчас домой. Сейчас, если получится, все вам все расскажу. Ну, а пока стою в пробке, как вы видите. Суббота, 9:08 вечера. Вот так. Ну, удалось мне вам рассказать до. Я вам потом все расскажу, но пока вот так. У нас тут застолье очередное. Настя с Колей, с Викой приехали. Все, мы засаживаемся смотреть Чебурашку. У нас есть тортик и Вика. Второй день влога, сейчас расскажу. Фамилии нас сегодня вручили. В кои-то веки мы сегодня решили, что мы пойдем гулять. И Настя такая: а, да? А я, говорит, думала, мы опять никуда не пойдем. Я, говорит, ничего не взяла. Она Вику привезла, ну, в спортивном костюме, в куртке, они же на машине. Вот, а погода такая классная. И мы решили идти гулять. Я говорю: ну, пошли в фамилию. Я говорю, куплю я племяшки штаны. Ну, в общем, за 799 рублей урвали штаны классные. При этом перчаток тоже не было. За 319 рублей, представляете? Перчатки, штаны 799, еще на вырост хватит. А штаны, перчатки 319. Ну, и Лика себе две кофты выбрала. Сейчас одну переодевает. Вот. Блин, ну надо сейчас ей сказать. Ну иди к ней, скажи, что сняли. Вот. Слушай, Ликуська. Не сняла один. Говорю, снимите, мы сейчас на них пойдем. Не сняла одну эту, магнит. Вика песни поет. Вон, смотрите, какие штаны. Подвернули. Класс. Классно, за 790. Она мне, знаешь, что говорит, что они какие-то НК. Я говорю, в смысле НК? Но они возврат не подлежат. Я говорю, как понять? Она говорит, ну там может что-то шовчик, шов, это, в общем, типа не кондит. Я говорю, слушайте, нам один раз погулять хотя бы нормально, хватит. Ну, да, я... нормально. Ну вот Настя смотрела, мы ничего такого не увидели у них, да? Вообще. Вот эти хорошие снежинки. Ну, в общем, класс. Нормально, не замерзли тебе ребенок. Надеюсь, нормально погуляем. Спасибо. Да не за что. А, да, спасибо. А как? По-другому. Ну, ой, ты чё, мать, я сейчас записываю. Ты такие вещи говоришь? Я так, я не знала, что ты записываешь. Я же не вижу. Все? Все, без проблем. Ладно. Я так ставлю прямо, Настя, выйдешь потом. А перчатки где? Это там. Вот, смотрите. Перчатки 319 рублей. Ну, вот это вот все облезет. Ну, вообще других нету, просто. Видите, как у меня такое воспаление. Смотрите, какой у нас здесь вид. Иван храм. Давай на храм. О, так мне нравится. Такие облака. Ну почему? Ты какая-то скучная. Что с тобой делать? Скучная у тебя тетя, да? Да. Угу. Ну что с тобой? Слушайте, я знала, что у нас есть конюшня. Они зима обязательно расхаживают. Смотрите, как расхаживают. И мы ее, представь, сейчас идем, и вот она где оказывается. А я не знала. Вот. Короче, вот здесь вот, когда я хотела пони Лики покупать. Такая история. Вот здесь мне делать. Я уже рассказала. А может, ты перестанешь говорить, это как будто бы это нормально. Ну, это нормально. Ну, когда я Лики хотела пони покупать. И мы хотели на лето ее брать. Вот, ну, у меня был какой план? На лето мы ее берем. На даче она ее спланировала. Перевозка. Здесь мне все рассказывали, вот в этой конюшне. Но я встретила девочку, которая на набережной с пони, она же нам рассказывала все. И вот у них можно снимать, арендовать. Короче, места стоило. Видите, оно маленькое, оказывается. Я думаю, большая здесь конюшня. Короче, можно арендовать стоило, блин, не видно нифига. А, не закрывала. Здесь. И она мне все рассказывала, сколько уход стоит. Все вот отсюда они водят, короче, лошадок. Теперь я знаю, где конюшня. Так но люблю не нашу не дикость. Смотреть лошадок, она не видно, да. Видно ей лошадок? Да. Блин, жалко. Она такая напряженная едет.
Настя, а ты помнишь эту историю, когда Элике хотела пони покупать? Нет. Не помнишь? Mm-hmm. Вот здесь, вот этой, конечно, мне, ну, предлагали ставить ее. Ну да, мы катали ее uh-huh. там, и нам рассказывали. Мне рассказали, как перевозку, короче, uh-huh. на даче, что была. Где лошадка ходит? Yeah. Вот, пони маленький там. Ну, он далеко. Вон, вон, далеко. Не видишь там дачу за забором? Не видишь? Вон там, наверху. Вон нет, там, смотри. Туда, вверх смотри. Видно лошадок? Нет. Мне кажется, она просто не понимает, что это лошадки. Эй! Он так повернулся, прикольно, что так раз и вылезла морда. Их там много. Их очень много. Вон там вот стоят. Ну, мало места. Ну, какой-то... Вон там видно. Эй, вон уши! О, посмотри, сколько их там, да. Неожиданно. Ну, что-то как-то маленько совсем. Эй! Папа! Ну, поднимись, посмотри, ты же посмотрел. Они классные. Ну, вон они есть, короче. Мама. Пришли в храм наш. Смотрите, здесь детская площадка. Мы никогда не заходили с вами. Ну, вот, смотрите. Какой домик, прям домик-домик. Карусельки. Класс. Ой, смотри, Лика, тут с яблоками деревица. Ого. Я поняла, и качаешься. А, класс. Смотрите, яблочки висят. Они, наверное, светятся ночью. Ой, как классно. Как я люблю здесь. Ой, небо какое. Понятно. Фотосессия. Ку-ку. Где она? Вид. Ку-ку. Ты где? Ой, там даже стол есть. Ага. Ага. Значит, класс. Пойдем, может, чай возьмем теплого. И пирожки. Мама. Сколько скворечников висит. Да, сейчас... Я пришла, думала, ледяная горка еще есть. Видите, тут была ледяная горка, детям ставили на радость. Но растаяла, сломалась, видно, стала. Ну, подняться-то, видишь, ступеньки. А, есть? А, так надо вид скатить. Ой, смотрите. Да, надо Вику прокатить. Только с ней надо ехать, Коль. Смотрите. А я думала, там ступеньки что-то сломались. Класс. Вообще круто. Мы зашли в трапезную. Здесь прям можно прийти полноценно пообедать. Вики взяли компот, у Насти кисель. У нас прям принесли сосиски в тесте. В общем, у нас 6 сосисок в тесте, 5 творожников, они здесь пекут. Пряник, 2 ковришки, 3 этих, как? Ватрушки, частник, конфетка и вот такой чай 1800. Ну, у них выпечка не дешевая, но вкусная, я надеюсь, по крайней мере. Очень вкусная. Вот говорят. Вот. Как хорошо сейчас прогулялись, так поесть. А так у них здесь эти, смотрите, как красиво сделано. У них здесь и борщ, и грибной, и там, какой еще у нас, рыбный, и голубцы, и все. Ну, то есть можно прям полноценно пообедать. Очень красиво, смотрите, расписаны стены. Здесь очень мило. Неудобно сделано, хотел показать, видите, обычные столы, но они вот маленькие, да? Но если вы пришли в большую компанию, раз, разложили с двух краев, и все, и сели, все покушали. Ой, у нас прям воскресный обед такой получился. Да? Вкусно тебе, ребенок? Вкусно. Это наше стол. Подводный мир, изучение подводного мира. Наш. Сходили в храм сейчас, я вышла так хорошо. Такое солнышко в глазах. Так тепло, по-доброму сейчас, прям очень хорошо. Все зашли, мы посидели, покушали, так сказать. Сейчас мы еще немножко погуляемся, пойдем домой. Надеюсь, получится лепить мне. Смотрите, солнышко, так здорово. Катайте, катайте. Солнышко. Какой прекрасный день, прекрасное воскресенье. Вообще. Красота. Мне так нравится это место, мне так спокойно, не везде. Так создали, что вот этот парк, все. Сколько ругали, что вкладывают, все. Но это же для нас, мы приходим, любуемся этим. Так здорово.
Смотрите, какое синее-синее. Так здорово. Какую там горку. Посмотрите, как классно. Фонари у нас, конечно, красиво здесь. А, такие виды идешь. Прикольно. Ой, Вик, ты летом приезжай к нам, поедем на теплоходике кататься. Поедем еще? Вечером, да? Ну, днем надо просто, и вечером все во всем своё. Днем надо идти, да, вот солнечный день, да. Такой теплый, да. Вик, приедешь? Серебряный бор. А он, солнышко садится, как тебе дома вдали подсвечиваются. Так все прозрачное. Летом листва, сейчас все прозрачное. Я здесь всегда иду, там этот живет, там этот. Ой, как красиво, какой вид красивый. Мы нагулялись, чуть-чуть поспали, ну, девочками. Вот. И что мы будем делать? Мы будем сейчас все вместе лепить пельмени. Настя, отвлекись от своего, ну-ка быстро работай. У нас есть килограмм фарша, аж 4 пачки, ну сколько хватит? Тесто. Сейчас мы налепим пельменей, потом вкусно наедимся. Виколь, ты не будешь лепить пельмешки? Вот, так что сейчас мы за дело, за дело. Посад Коля, как он собирает пельмешку. Какой-то пельмешку. Лиска шарит. Первый раз лепит. Денисова пельмешка. Моя. Да, это тесто, оно это. Да что ты хоть, что ты сделал? Что он сделал? Пельмешку. Он замороженное еще, оно. Грамм фарша и вот такая бадья пельмени. Сейчас будем варить. Мы быстро справились. Минут за 30, наверное, да? Пельмеш. Целый таз пельменей. У-ху! Сейчас мы как поедим. И вот, еще красота какая. Ну это Лика прям мама. Нам нужно. Только хватит? Ну, вот третья ночь. Женя на кухне. Отмывала кухню, ну, убиралась просто здесь, короче. Ну, гости уехали, все, мы так прекрасно посидели, поели. Сварила компот вишневый мужу. Короче, завтра он будет счастлив. Мы сейчас компоты, такую кастрюлю, нам на 2-3 дня. Мама либо из сухофруктов варит. А, мама, кстати, сейчас купила, сейчас покажу. Я вам рассказывала, что мы берем сухофрукты вот такими пачками на Валбере. А, вот она говорит то, что я им говорила вот до этого, она... Там подражали, короче. Нашла какую-то другую ссылку. Это сочинские. Сухофрукты из Сочи. Они... Мама почитала, говорит, состав нормальный. Но будем пробовать, неизвестно как. Вот. Вот видите, здесь все. Ну вот мы сейчас варим практически раз в 3 дня. Вот такую кастрюлю. И, в принципе, выпивается. Причем, ну, я говорила, что, конечно, хотела бы вообще без сахара. Но добавляем чуть-чуть, чтобы были вкусные сами вот эти ягоды все. Фрукты бабушка ест. Да и я сама иногда могу поесть. Вот, так что вот так вот у нас такая пачка. Там чуть-чуть осталось по предыдущей еще мама. Ну, я не знаю, на сколько раз хватает, если честно. Ну, прилично. Наверное, раз на 5, может быть, даже хватает. А может и больше. Я не знаю, мама, короче, с этим она знает, там сколько класть. Сюда мне, ну, почти килограмм вот вишни я покупала. Почти килограмм ушло, чуть-чуть осталось. Я хочу запеканку, творог купить, тоже запеканку сделать с... ягодами. Вот, все. На этом буду заканчивать влог. Ложиться спать. Если еще себя показала, нет, не помню. Ну, в общем, такой день классный и хороший. С вами не получилось поболтать, но, может быть, еще получится записать. Опять памяти на телефон.